Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Гавивикс есть демоны, звери, михи, нежить, пираты. Отсутствуют муроки, отсутствует элем, отсутствует... Что отсутствует? Ничего нет. 4 хотите? Давай 4 сыграем, хорошо. Я тоже думаю, что Гавивикс здесь не очень хорош. Здорово. Короче, продал, забрал, роу. А? Опа, вот это, кстати, жестко. Вот это, ребят, реально жестко. Ну, мне понравилось стримхата. Очень понравилось. Здоровские там все ребята, в общем. С удовольствием бы еще на что-то подобное мероприятие бы скатался. Го, короче, попробуем вот так вот сделать. То есть стенку даю сюда, поставим вот так вот. Эта штука будет его бафать. Хотя можно и так сделать. Я даже не знаю, как лучше. Я могу поставить эту штуку сюда, ты будешь давать монету, возможно, еще одну монету дашь, потом ты разобьешься, и потом еще одну монету якобы дашь, когда возродишься, потому что ты получишь урон. Либо же... Наверное, так лучше, да, так лучше. Каду своего пейна, да фиг его знает вообще, будет, не будет. Я думаю, потом, может, где-то что-то увидите. Когда-нибудь. Так, коин получили, смотрите. Бам, коин получили. Смотрите еще. Бам! Коин получили. Что же следующим последует, а? Бам! Еще коин получили. Просто, посмотри, 4 монеты. 4 монеты карта дала. В начальной стадии, я поэтому говорю, что это, ну, в начале это просто машина. В руке что-то копировать. Ну, сейчас давайте посмотрим, что можно здесь копировать. Галдагей, вроде, могу себе позволить, давайте. Шук. Буяны копируем, да? А может это получше? Пожалуйста. Я должен все монеты потратить. Я обязан все монеты потратить, потому что мне нужно какую-то карту нормальную копировать, но... Не то, что получше найти. Я бы Лизу скопировал, Лиза вроде здоровская. Да, типа монеты, по идее, просто я забираю в руке, подержу. Релак, а релак, чтобы что? Чтобы что, чтобы кого? В смысле, у меня, ну, пират есть, да, на голду. А так в целом там всякие 3-3, только. Потом набирать разные типы существ, собирать 3-5, может быть, через вот этого дурачка, это химеру. Рани, да мне как будто вот это устраивает. Как будто если я сделаю ролл, мне, ну, просто хуже карту подадут. Сейчас мы, скорее всего, проиграем, мы сейчас просто ни одной карты на стол не поставили. Ну, это нормально, если мы сейчас проиграем. Типа две карты, продать ее сюда, забрать. Слушайте, а кого так и сделаем? Прям вообще ёла. Пам. Я голду хочу. У меня будет голда плюс 2 Лизы, которые будут... Не 3 до 2, ни в коем случае, ребят. Не 3 до 2, я голду хочу. 15 урон передний, не, ладно. Может 3 до 2 немножко. Может быть, ребят, местами 3 до 2, хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй. Фантик, твой трекич? 4 монеты, надо здесь подродить, найти какие-то пятерки, может, крутые. Секундочку. Ай-яй-яй-яй-яй! Блин, ну 6 я беру, наверное, мне вынесут, да? Или вынесут? Я 5 должен собирать, у меня вообще сала нет. Уверен, это плохо делать. Это что за говно? Свиней нет. Вот. Они опять на будущее. А под что на будущее? Под мышкой, что ли? Ну, я сразу чекал, свиней нет. То есть, под ракария. Чтобы в конце хода там хотя бы свинки бафлиться. Что, наверное, все-таки царица. Она, ну, офигенно, если у меня бабла будут. Так у меня бабсов особо нет.
Ну и в тупые левелапы тоже не хочется. Правда, тоже засильно слон не забил ничем. Я могу подроллить, если мне ролл, пам-пам, и сразу пятерка какую-то. Куда так сделаем? Нужно мое здоровье держать. Какого хрена? Ок. ББ, но надеюсь, что нет. Ну пока плохо, да. Ну, копается пятерки, вообще какой-то мусор. Ну, средний урон, ребят, показывает 6-7. 6-7 я могу принять. 6-7, мне обещали 6-7. 6-7. Парень, сейчас страшно, это нифига не 6-7. Это 10. Вы думаете, я цифры не знаю? Эсмат. О, ну! Еще две карты купить, еще три ролла сделать. Ну, эта штука точно хочет сюда теперь работать. Это, ну, понятное дело. Ну, расставим обезьян на столе, пусть будет. ББ, надеюсь, что не ББ. Ребят, 7-7-7, что мы справились. Пам. Победа стол, кстати, показывает. От тебя атака. Ага, кстати, не так плохо. Секундочку. Секундочку! Пау. Пау, я точно выиграл, я уже знаю. Просто я думаю, получится еще вылез золотая. Давай в 4-2 даже дарим. Я выбил. Я с ним справился. Нагрел победа 100. А все потому, что ребята, которые 7-7-7 писали, вот за счет вас справились. Где музыка? Да я еще врубаю, подождите. Я же ваш ставлю, ваши треки, которые вы заказывали. Сейчас там будет опа-опа-па-па. Вообще Михи есть, да? Фрикса зря забрал. Киборги? Два воина, может быть? Это такой год. Хороший вопрос. Ладно, не знаю, не уверен, короче, пока давайте так сделаем. Какому-то концу мне просто нравится, он, по-моему, пока это заказывает. Вспоминает молодость.
Арслан, там новая игра вышла специально для тебя, альтушка для скуфа, называется 170 рублей Сими. Будешь проходить? Не, проходить, наверное, не буду. Я вообще видел, я видел ее. Видел к ней, как превьюшку делали, типа того, да? Опа! Опа! У меня есть тетрисы 8, это грива. Я не поведусь на этот грязный байт, ребят. Я не поведусь. Я не дурачок. Блин, сейчас поведусь, ребят. Да это грязный байт. Я хочу ребабл себе, дайте мне the ребабл. Лири бубли. Брат, братишка, под музыку. Лири бубли, пожалуйста. Ребубли, о, во, ребубли. Пойдет, пойдет, заберу. Заберу, нравится. Ребят, тебя собрать. Пока как будто не особо, если честно, нужно. Я просто бы вот так сделал. Поставил, дал ему стенку бабл, поесил 2.5, может быть, я подлочил тогда. То есть это сюды, допустим, это сюды. Это... сюды, ну, как бы нормас, сидунька. Привет, легендарный маничел. Здорово, здорово, Ролл. Там вообще клип был. Ну, я понимаю, но я как-то с нуля это все бил же. У меня просто уже готово бил через баблы, забафы, спылов. То есть у меня куча атаки в баблах. И как-то сейчас, ну, все это продавать, чтобы пытаться в это играть, когда... Ну, то есть прикольно, конечно, Тетрис, Венса, Грива. Но сколько я сейчас карт бы купил, сколько бы карт заменил, сколько голды на все это нужно, чтобы, ну, переобуться. Тебе нужно брана по-любому. То есть, ну, это тяжело просто. Сайк. Это 2-10 хода, ну как будто адекватная. Ну это сильно, да, но это тоже можно проиграть там. Условно, чел, если знает, вдруг ты покупает, ну, проходчика и. И тогда у нас дела не очень хорошо идут. Отличный ребабл, кстати. Чела выкинули. Тоже отлично. Лосомат поставил, но сама же есть. Я его не продавал. Сейчас гуляп, да-да-да, гуляп или сервендер, что такое. То если чел меня снайпит, если он видит это, то он, ну, как бы заберет, он будет пытаться находить, но если он... Они же не знают, они без понятия, им все сидят клювис. И никто им не расскажет, ребят, будем молчать, верно? Сейчас тебя дальше по трекам ставлю. Мы им не расскажем. Стал значительно слабее, хорошо. Машинки точно хочу забрать, потому что мне нужно еще ребаблы. Ты будешь там, ты будешь ребаблом. Под Трикса может быть неплохо. Давайте еще Фрикса заберем. Фрикса Ванюшкинса. Ладно, года даже так сделаем. Шух, шух. Что мне говорили, Арслан, ты что-то какой-то жадина. Максимально жадина. Эту штуку тоже можно продать потом, но пока не вижу смысла этого делать. Мама, спагетти. Рабочий из пула заберет. Ну не, ну что думаешь, я сейчас буду сидеть вместо бафов, там, вместо своего улучшения стола буду пытаться выкупать проходчиков. То есть я сейчас куплю, допустим, штук 10 проходчиков, потом чел придет все равно с проходчиком и... Моя реакция на это. Так что если в двойке гуля на один урон. Ну я да, ну как бы можно как бы это ходить. А вы что, куда улетели? А диджей Макар просто забавно орёт. Не особо старый, мне 26, и диджей Макар просто забавно орёт. Ну не так, да, он инструктору просто нравится. Тоже, ну как бы тоже нормально. То, что я, ну, говорил, это чисто предположил. Видишь, как оказался неправ.
И тем более, на самом деле, много есть прям четких, хороших, старых песен. Я вот даже не знаю, я, допустим, сейчас что-нибудь в следующем включу. Ну, твой трек, само собой, инструктор. После того трека включу там тоже какой-нибудь трек. Старый, как бы, но... Ну, норм трек, возможно, который вы как бы слышали, по-любому вы слышали, но часто вы не прослушались, потому что это такой трек, считайте. Одноразовый, да? Чуть его прослушал и забыл про него. Что там у него? Демоны 4 пробивают, силен, классные, окей. Го, может, так даже сделаем. Так, мне там ничего не дам. Ну... Кто это? Так, короче, это что там поставили? А, подожди, я просто стенку сниму и... Сделаю монета. Я, наверное, про обычную монету скопирую, я такую штуку заберу. Либо, слушайте, пусть на нем все еще будет стенка. Ребят, делаем стенку с него или не делаем? Пусть будет еще одна стенка. Продолжаем, я. Поражаем Джо-Джо сейчас, Патик. Спасибо. Что думаете, будем эту штуку делать или нет? Так, Редигл, а что, кстати, у тебя с никнеймом случилось? Спасибо за подписку. Нура нафиг развалил. Хорош, хорош. Хорош, хорош. Не будем. Написал Форекс, поставил на красный. Ну хорошо, ладно, давай так сделаем. Хорошо. Это мне хватило. Да всегда, да не, надо развиваться. А че все тоже не оставить? Пам. Пам. Ладно, в итоге вышло плохо. Вышло плохо, но это тактикал. Да ты куда? Почему? Я проиграл. Ладно, хорошо, хорошо. Допустим. Допустим, да, 0-5 бывает, да. Молодец, молодец. 98-7 мало, ну не хватает, да. А оказались слабенькими. И, кстати, папал. Он просто злился, что он не золотой, поэтому вот. Теперь он золотой, теперь он умничка, золотце. Энерго царица. One more. Я сегодня спел, да не смыслом. Подожди, а еще одна золотая, а другая как будто не золотая. Почему здесь рамочка обычная? А, потому что простая копия, типа, получаю не золотую версию. То есть у меня буквально карта называется «Золотая монетка», и она как бы в золотом обрамлении, но ты ее как-то... Это какой-то фальшивый монетчик, ребят. Реально фальшивый монетчик, ты посмотри на него. Да, не золотая, золотая монета. Так, ну это, кстати, не так плохо. Единственное, что... Почему я ставлю все время вакаботом вперед? Меня не раскили, наказали, я... Я такого, нет. Я делал то же самое. Ну, немножко FC, но вроде все равно хватает. Секундочку, если только... Не, нормально, нормально. Все четко, ребят, все четко, все четко. Может, обезьян теперь не золото задает? Ну, может быть, но она все равно будет давать раскопку.
Курит лучше меня гордим. Спасибо, ребят. Все так валят, прям зашло так. Это хорошо. Это хорошо, это я рад слышать, конечно. Опа. Отстойная билка, надеялся на лучшее. Чо-чо. Поставить его, может, вот так вот? Что думаете насчет такого? Ты с демоны 6. Каковы шансы, что чувак не поставит проходчика? Да не равны нулю примерно. Они близки к нулю, по-моему. Там всегда будет проходчик. Ну вот так вот откупим, потом эта штука атакует, а потом, ну то есть под фрикцием хотим поребаблиться, а потом если не получится, то ты еще его должен заребаблить. Потом ты пытаешься ударить, а потом ты его заребаблишь. Или вот так вот мы что-то сделаем. Да не, ребят, ну как вы вообще шантанс? По-любому там что-то будет. Так, ой, блин, я не по тому ордеру поставил. Ну ладно, сейчас, инструктор, давай твой трек. А, типа, каза, что еще этот есть этот. 26, но слушай, это еще треки такие не очень. Вот, короче, просто нравится, это нормально. Почему третьим? Ну, давай так пусть будет. Откуда начали 246 атаки? На ком? На нем. Ну, он трипе собрался, поэтому. То есть у меня был один фрикс, потом еще один фрикс. Я вот трипе собрал, а потом у меня, типа, золотой получился и... И вот так вышло. Да-да, можно, ребят, подэнсить. Далеко, но я пытаюсь там зарепаблить кое-что. Ну, нет. Ладно, я никого не выигрываю. Не покорок. Я, ребята, не покорок. На двигули, да, он, кстати, он будет пытаться двигули находить. Я тоже думаю, что с ним делать. Есть еще вакабот, кстати, что прикольно. 6 атаки. Возможно, этого хватит. Хотел бы, наверное, тебя поставить. Подожди, какого хрена? А что происходит? А где карты? Так, по присоске, не знаю, код сюда можно дать. Походу, я еще и меняю. И это не здорово. Как не прогрок качать? Ну, в моем случае он качает... в моем случае ничего не качает. Но ты его можешь, смотри, это хорошая карта, если ты играешь с сетапом воином седа грива. У тебя есть воин седа грива, и таким образом четная карта у тебя получает дебаф, и это может быть твоей четной картой. Ты можешь отдать свиней, и если у тебя вдруг есть там слот какой-то, ну, ты раскопал не по корок, думаешь, ну, а нахрен с ним пусть встает, ты его там будет камни бафать, а ты как-то ему еще дашь что-нибудь прикольное. Ладно, все говно, давайте так заберем. Надеюсь, что не нашел себе. Кстати, еще машинки можно было залочить. Он бьет первое. Ну, это не здорово, конечно. Это, ребята, конечно, не здорово, нифига. Хорошо, хороший ребал в этот раз. Это было плохо. Блин, я надеялся, что в него сделается тычка, и он сможет... что-то успеть. По итогу прибавлю что-то, ну, слабовато. Пробиваем сейчас неплохо, окей. Здесь я кину человека камень, он забафается, ну... Не надо. Не надо камнями кидаться.
Так, 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 так. Окей, давайте так сделаем. Смотрите, нам нужен... Окей, вот это неплохо. Это неплохо. Почему? Потому что я могу вот так забафать. Я могу вот так вот забафать. И я могу вот так вот, получается, забафать. Теперь, если даже если будет два проходчика, то у нас, ну, типа, все не отлетает, правильно? Можно еще билку новую забрать. Наша билка что-то говно какое-то. О! Лучше не стало. Чат, хотите в этот раз попробуем поставить вот эту штуку пораньше? Я надеялся, что в него все где-то ударит. То есть он в него ударит, это моя огромная карта. И она либо сама, то есть в нее атакует, и она получит ребабл либо отсюда, либо ты ее заребаблишь, и в любом случае меня это устраивает, потому что в конце у меня сильная карта, которая должна все разбирать. Но, не знаю. Вот реально, не знаю. Окей, я сейчас сделаю осенку. Не так важно. Верни робо-робозвет в игру. Не верну. Не верну, будешь без робо-робозвета сидеть. Так, вот это... О! 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 Ребабл! И пошел, пошел еще ребабл. Есть! А что 20 вас не берешь? Ну 20-20, если в магазине найдешь там что-нибудь, типа в присоску и туда дать. Это... Я же не хотел ролить, я хотел сейчас полы выкупать. У меня буквально эта штука работает сейчас полов. Ну как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.